Зияние вечного прощания. Я прощаюсь с тобой, и мне очень жаль, что событие встречи превратилось в зияние вечной невстречи, ведь зияет только несбывшееся. Оно прячется в подсознании, и не то, чтобы оно есть, и не то, чтобы его нет. Только так сквозит иногда внезапно, в не к месту сказанных словах и жестах, оговорках или описках. Зияет и сквозит как нечто, но на самом деле лишь ничто. И если событие — это новая возможность быть, то зияние — это тень, это дым, проходящий через разрез невозможности, но самой реальности. Не пугайся, когда в твоих снах вдруг моргнет своим багровым оком реальное. Проснувшись, ты поймешь, о чем оно хотело тебе сказать или напомнить. О нашей вечной невстрече, зиянии вечного прощания.